Всем привет, друзья! Сейчас мы посмотрим на 15 запрещенных гаджетов с AliExpress, за которые могут привлечь к ответственности. Все ссылки на устройства предоставлены исключительно для ознакомления. Если это видео наберет 2000 лайков, я сниму вторую часть. Поставь лайк и поехали! На этой неделе стоимость обеспеченных биткоином крипты Ethereum превысила 2 миллиарда долларов. Это значит, что крипта входит в жизнь обычных людей все больше и больше. На этом можно и нужно заработать. Не разбираешься в крипте? А инвестиционная компания Avalon на рынке крипты и современных технологий уже 7 лет. Они профи в своем деле, благодаря команде топовых аналитиков и прогнозистов. Анализируя рынок крипты, они покупают нужную и продают ее на пике курса. На этом Avalon зарабатывает миллионы, как и их 300 тысяч инвесторов по всему миру. Каждый инвестор этой компании получает 1,3% к вложенным средствам ежедневно. Благодаря Avalon постоянный и надежный доход теперь доступен каждому, кто прошел простую регистрацию по ссылке в описании. Это скрытая камера, установленная в обычную с виду бутылку минеральной воды. Не думайте, что камера плавает на дне. Ведь тогда бы она уж точно была не скрытая. Камера прикреплена за этикеткой, и увидеть ее совсем непросто. В камере есть сенсор движения, и при необходимой настройке камера может начать съемку, как только рядом начнется какое-то движение с интервалом в 3 минуты. А еще в бутылку даже можно набрать настоящую воду. Сегодня практически все магазины одежды и даже обуви используют магнитные бирки, которые предназначены для предотвращения краж. Для снятия бирки продавцы используют специальный штатный съемник, который устанавливают на кассу. Однако на AliExpress его уже давно и успешно продают. Он подходит абсолютно к любым биркам. А благодаря компактным размерам его можно взять куда угодно. Но помните, что заказывая и экспортируя данный товар, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Пневмоподвеска – это неотъемлемая часть современного тюнинга автомобилей. Она идеально подходит как для приверженцев стенс-движения, так и для людей, которые просто хотят придать заметности своему железному коню. Простое управление пневмоподвеской делает ее практичной и оптимальной системой для движения автомобиля. То есть любой водитель может настроить подвеску так, чтобы автомобиль был максимально удобен в управлении, устойчив и мягок при движении. Но помните, используя ее на дорогах общего пользования, вы вносите в свой автомобиль конструктивную особенность, что запрещено законом. Этот брелок представляет собой миниатюрный пульт дистанционного управления, который удобно носить с собой, прицепив его на связку ключей или просто положив в карман. Он оснащен фиксированным набором команд, которые позволяют открывать и закрывать абсолютно любые ворота и шлагбаумы простым нажатием на кнопку. Максимальная дальность действия пульта приравнивается к 150 метрам, но может варьироваться в зависимости от радиопомех и препятствий. В Японии эта катана считалась самой сложной формой идеального убийства. Красота, лаконичность меча заключалась в изгибе и остроте лезвия, в удобстве и анатомической форме рукояти. Поэтому чем прекраснее была катана, тем более смертоносной она являлась. Это сувенирное оружие с многовековой историей. Оно подойдет людям, которые желают освоить технику владения мечом, или тем, кто уже занимается боевыми искусствами. Также такие мечи станут прекрасным подарком ценителям роскоши и людям, интересующимся традициями древних мастеров. Для тех, кто уже побежал заказывать, напомню, холодное оружие тоже запрещено к продаже. Это взломщик Wi-Fi паролей и усилитель Wi-Fi сигнала. Грех платить за интернет, когда живете в многоэтажке, где есть много соседей, которые используют Wi-Fi. Но обычно проблема состоит в том, что многие владельцы Wi-Fi точек и роутеров любят ставить пароль. А с помощью специальных программ для взлома паролей беспроводных сетей можно пытаться взломать соседа годами и без железа вам не обойтись. Однако данный девайс поможет вам со взломом. Стоит относительно недорого и позволяет создать дома или в квартире бесплатный интернет. Этот дубликатор позволяет сделать копию любого ключа от домофона или пропуска. Он выполнен в форме пульта дистанционного управления, а корпус девайса сделан из пластика. Есть 3 кнопки и 4 светодиода. Серой кнопкой переключаются частоты. У нас распространена частота 125 кГц. Красной клавишей производится считывание информации с нужной карты. А синей производится запись на перезаписываемую карту. Он очень легкий и работает от батарейки типа крона. Это светосигнальные громкоговорящие установки или СГУ, предназначены для оборудования спецтранспорта МВД, ГИБДД, вневедомственной охраны, скорой помощи, пожарной охраны и других оперативных служб.
Автомобильная звуковая установка воспроизводит мощный звуковой сигнал и в зависимости от комплектации позволяет транслировать речь через громкоговоритель, что позволяет значительно повысить уровень безопасности при езде, парковке, обгоне, совершении иных маневров, а также привлечь внимание к себе и своему авто. На гражданские автомобили установка и эксплуатация запрещена законом. Привлечь внимание окружающих к своему авто можно разными способами. Один из них – это установка подсветки днища автомобиля. С таким ноу-хау авто парит над землей, выделяясь из серого потока движущихся транспортных средств. Придавая своему автомобилю гламурный вид, не стоит чересчур увлекаться и забывать о нормах, предусмотренных межгосударственным стандартом. Так что если инспектор в плохом настроении, то можно смело рассчитывать на штраф. Это умные линзы, которые не только смогут вести мониторинг сахара в крови, но и делать лекарственные микроинъекции. Исследователи подтвердили, что уровень глюкозы в слезах, анализируемый при помощи этих линз, соответствует показателям обычных датчиков, которые для анализа используют кровь. Кроме того, устройство оснащено беспроводными интерфейсами, что позволяет вести мониторинг уровня сахара удаленно. Еще одна немаловажная функция – это возможность доставки лекарств с помощью электрических сигналов. Это сверхпортативный обнаружитель шпионских камер, фиксирующий блики от их объективов. Он имеет крошечные размеры, при этом по дальнодействию не уступает более дорогим аналогам, обнаруживая все без исключения объективы на расстоянии до 18 метров. За счет использования обновленного ПО и оптимизации алгоритма формирования вспышек, качество детектирования даже повысилось по сравнению с моделью-прототипом. Он чрезвычайно удобен для использования в ходе переговоров, в командировках и деловых поездках, так как совершенно незаметен для окружающих. Ресурс автономной работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 10 часов. С виду обычный блок питания для зарядки всяких гаджетов, черного цвета, с USB-выходом. И только вот это едва заметное мини-отверстие выдает камеру. Просто втыкаете в розетку, и камера начинает работать. Настраивается как на постоянную запись, так и запись по движению. При записи абсолютно никак себя не выдает. Разве что будет подозрительно. Это блок питания, который одиноко торчит в розетке. Применение у данной вещи реально шпионское, типа как у флешки диктофона. Отмазаться, что вещь типа для домашнего наблюдения, вряд ли выйдет. По всему миру стремительно набирает популярность новая игрушка, которая представляет собой крошечный мини-арбалет. Игрушка стреляет зубочистками, из-за чего ее признали опасной сразу в нескольких городах мира, а родители школьников просят полностью запретить ее продажу. Даже заряженный зубочисткой такой арбалет способен проткнуть воздушный шар или толстый лист картона, не говоря уже о мягких человеческих тканях. Однако самую большую опасность игрушка представляет из-за того, что ее можно зарядить не зубочистками, а иголками или тонкими гвоздями. Такой снаряд может нанести сильные увечья человеку, если тот находится на расстоянии до 20 метров. Установка насадки или наконечника на выхлопную трубу является довольно распространенным явлением. Такая деталь играет исключительно декоративную функцию и призвана улучшить внешний вид задней части автомобиля. Если вы желаете сделать подсветку выхлопных газов в глушителе, то вам следует учесть, что это будет дополнительным источником светового сигнала, что может вызвать вопросы у сотрудников ГИБДД. Самым правильным вариантом установки такой подсветки будет возможность включения и выключения ее из салона автомобиля. Этот Бетаранг – своеобразное оружие-бумеранг Бэтмена. Выполнен в виде летучей мыши и сделан из настоящей стали. Используется Бэтменом для отвлечения врагов, сбивания их с ног и выбивания оружия из рук. В каждой новой игре и в каждом новом мультфильме, ровно как и в комиксах, устройство претерпевало изменения в размере, цвете и форме краев. Каноничным же считается Бетаранг с простыми, прямыми краями, размером с ладонь, черного цвета. Современные 3D-принтеры могут создавать невероятные вещи. Американская компания напечатала уникальный световой меч ситхов. Для изготовления такой детальной 3D-модели использовался один из самых лучших на сегодняшний день принтеров. К сожалению, позволить иметь себе такой аппарат дома может далеко не каждый желающий. Но если уже сделали домашние принтеры для приготовления пищи, то созданием домашних 3D-принтеров для изготовления лазерных мечей и прочей атрибутики должны заняться лучшие умы человечества.
Но чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик и в комментариях написать, какой товар вы бы хотели получить. Как только тут будет 5000 лайков, я объявлю победителя в своей группе ВКонтакте. На этом все. Всем удачи и пока!